Всем привет! Сегодня 18 февраля 2022 год, Киевская область, моя теплица. И сегодня снова речь пойдет о камелиях. Покажу вам кое-что. Решила раздробить я видео на две части. Сначала думала все вместе снять, но потом прикинула, что получится очень длинно. И поэтому покажу вам сначала свои камелии, их цветение, и, ну, в принципе, и виновницу, из-за чего это все произошло у меня неожиданно, с опережением графика, очень существенным, зацвела Долонега. Вот из-за этого, собственно говоря, видео и хочу вам показать. Ну, еще и пару сортов зацвело, которые... Ну, можно сейчас уже утверждать, что зацвели все. То есть кто-то... По второму кругу, то есть вообще тенденция такая странная в этом году наблюдается. Мало того, что Долонега зацвела практически на 2 месяца, ну на 1,5 так точно, больше, раньше вернее, чем обычно это происходило. То есть я не думаю, что вообще она действительно позже цветущая, но дело в том, что она у меня 2 года подряд цвела позже. Ну вот, а сейчас так рано, ну, опять же, в этом году как-то все не так в отношении цитрусовых и еще в отношении цветов получается. Ну, ничего страшного, конечно, хотя температура вот эта сейчас до конца февраля мне совершенно не нравится в теплице, для камелии я имею в виду, потому что 22 и 25 сегодня было, солнце светило в теплицу ядовитое, и, ну... А что вам сказать, называется, на эту тему. Я включу, наверное, сейчас еще все-таки дополнительный свет. Сейчас как раз я взялась снимать, а солнце спряталось. Ну, в общем, смотрите, показываю вам по второму разу совершенно неожиданно, причем очень интересно, Вильям Бартлетт у меня зацвела. Смотрите, как получилось. Она выпустила... свой цветок, это молоденькое растение, она выпустила свой цветок, один у нее был, месяца почти что 2 тому назад. Ну и как бы и все. Потом после этого она зачем-то выдала прирост практически сразу. И вот она еще... где-то припрятала мне бутончик, видимо, и еще обнаружила. Я, честно говоря, после того, как она отцвела, я думала, эти бутоны отпадут. Ну вот еще здесь под листиком еще 2 бутона укрупнилось. То есть вот такой вот прикол. Потому что, как правило, у меня было так, значит, все время. То есть, допустим, даже на примере Леди Кэмпбелл, которая у меня какое-то время была вообще одна. Пока я начала расширять уже свою коллекцию, у меня было несколько лет, у меня была одна камелия вообще. И она как бы начинала цвести, и вот она цветет, там сколько-то, несколько месяцев процвела, ну и все, и закончили. Мы закончили, называется, с цветением. А тут, получается, процветет, смотришь, бутончики такие, бывает даже, что их сразу как-то и не заметишь. Проходит время, причем время существенное, как вот тут, например, практически 2 месяца. И бац, вам еще один цветок. Не, я рада, конечно. Ну и цветок другой немножко. Он как с 2 серединками получился. Видите? И более светлее к середине. Прошлые цветы были более розовые. Ну, практически все. Тоже, конечно, в середине они немножко светлели, но все равно розовее. Все равно очень красивый цветок. Но видите, он с 2 серединками. Интересно. Значит, Black Lace тоже, пожалуйста, и еще продолжают укрупняться бутоны. То есть она тоже уже цветет давным-давно, потом она затаилась. И сейчас она опять начала выдавать цветы. 2 цветка вот у нее. Они не крупные, как были первые, но ничего страшного. Они к середине, вообще в классическом своем исполнении, должны быть темные, такие почти, как можно сказать, черные, если на расстоянии. А эти, видите, однотонные. Ну, тут сейчас особо ничего интересного, за исключением, опять, я думаю, что еще один все-таки бутон раскроется. Ай, Микки Джаку. Значит, вот он. Это то, что я вам говорила. Я показывала его в предыдущем видео. Микки Джаку. Потом.
Еще у меня одна есть камелия. У нее вот бутончик такой рябенький, но я не могу найти этикетку, блин. Кто это? Надо или там порыться, или если она отвалилась, то хорошо. Если нет, будем идентифицировать и вспоминать. Значит, Микки Джаку, вот смотрите, лежат цветы ее. Я туда просто не полезу. Тут у меня заставленная, вот видите, баррикада. У нее цветы должны быть красные и более вот эти вот беленькие, рябенькие. Ну, больше их должно быть пятнистостей. Но первое цветение, во-первых, а во-вторых, я прочитала, что это совершенно допустимо этому сорту. У него бывает даже на кустике иногда и отдельно красные цветы, и отдельно белые. То есть, ну, они вместе зацветают, но полностью имеется в виду белые и полностью красные. Даже такое случается. Леди Кэмпбелл. Вот еще. Вот это вообще без печали. Камелия. Так, продолжаем движение. Вот это новые сорта, которые я вам покажу, и пересадку. Значит, тут вот та же самая ситуация с принципесса Бакиоки. Он у нее. Я даже уже это растение поставила сюда к апельсину. Ну, потому что оно уже отцвело, и все. То есть я уже с цветением попрощалась в этом сезоне. Ну, вот еще, пожалуйста, один цветок. И там, по-моему, еще и бутон я еще где-то обнаружила. Если не отвалится, то еще зацветет. Это у нас арандака. Но он продолжает цвести. Вообще много цветов в этом году. И очень долго. Ну, тут практически без перерыва. Но я думаю, что это уже будет все. То есть, если вот сейчас эти цветы сбросятся, он на этом завершит свое цветение. Значит, April Rose зацвела. Не очень красивые сейчас я вижу цветы. И, опять же, никогда она не выдавала цветов, чтобы на них было что-то беленькое. Вот видите, с краю. Это просто обычные розовые. Уже отлетело. То есть из-за этой погоды, получается, они буквально только раскрылись и плохо держатся из-за того, что очень сильно потеплело. Камелия такого не любит. Она и цветы, и бутоны сбрасывает. Поэтому я не знаю, чем это такое потепление у меня в теплице закончится. Ой, солнце просто прогревает, и дневная температура существенна, и температура, влажность падает, и температура повышается где-то до 22, даже чуть больше. Ну, то есть, они такое, конечно, не любят. Долго очень держит цветок. Прямо, я, наверное, больше месяца. Это рубиновая свадьба. В прошлом году она вообще как-то и позапрошлом, она как вспышка процвела. То есть, я даже вообще толком и сфотографировать ее и снять не успела. Потому что как-то так она зацвела, и только бабах, все осыпалось, больше ничего нету. В этом году и цветок она держит. И вот она тут еще что-то запланировала. Ну, посмотрим. Значит, King Ransom – это долго, длительно цветущая камелия. На азалию она мне все время смахивает. Может быть, цветочки, уже плесень пошла, конечно. Тоже не очень, конечно, это хорошо. Вот видите, какие у нее цветочки клевые. Значит, ну, сейчас камеа, красивые цветы. Но в этом году кустик у меня на улице залился из-за вот этих вот дурных горшков, которые умные горшки их называют. Может быть, они просто не совсем для камелий. Ну, вернее, не то чтобы не для камелий, они не для улицы. Если держать их на улице, то нужно вытаскивать вот эту середину, чтобы не скапливалась вода. И походу немножко она у меня пострадала, конечно. Да и вообще, в принципе, все камелии требуют пересадки у меня. Они уже требуют пересадки уже как второй год. Но пересадить-то я их могу, и грунт у меня есть, и горшки у меня есть. Оставить-то их куда? Вот в чем вопрос. Места просто нет. Поэтому, конечно, бедненьким придется им еще чуть-чуть потерпеть. Так, Престон Роуз. Еще имеется цветок. Красивые тоже цветы. Немножко они смахивают на этот, господи, на Рамсон, Кинг Рамсон. Ну, цвет немножко отличается. Вот. Чуть темнее.
Ну, Евгения де Монтиньо, пожалуй, все. Сейчас отодвинем, посмотрим. Она уже приросты вовсю шурует. Она уже, по-моему... Хотя вот еще бутончик, если он не отвалится, еще она мне напоследок сделает мне сюрприз приятный. Значит, банамиана. Тоже пару бутонов я вижу, но тоже не факт. Он там в гуще. Один цветок пухна. Потом кик-офф. Ну, это уже кик-офф, это уже точно все. Не наблюдаются бутоны. Последний цветок. Значит, огромные в этом году цветы доктор Кинг. Огромные. Их немного, но они такие прямо как с ладонь. Ну, что, джем. Вот как вам? Как вам показать? Боже, ну, не знаю, как вам показать. Просто не представляю. Ну, вот она свои цветы, она украшает своими цветами манго. Видите, какие цветы, как их вырезали из нескольких бумажек и друг в друга вложили. В общем, удивительнейшее существо. Так, там за этими манго, начинающими цвести, Брашфилд Йеллоу, два куста, маленький и большой, постарше и помладше. Цветы уже, конечно, некрасивые такие, как они были изначально. Первое цветение, когда самые первые они выпускают цветы, они, конечно, такие роскошные пионы. Пухнастая серединка, венчик такой идет вокруг, широкий, крупные, желтоватые такие, красивые цветы. Но сейчас они уже такими, знаете, становятся дефективными. То есть это уже завершение цветения, но тоже оно было долго и тоже с перерывами. Набелиссима очень красиво у меня в этом году зацвела. Просто что-то с чем-то. Вот можете себе представить, у нее цветы еще больше, чем у Кинга. И вот если рядом вы смотрите, тут у меня Крамер Сюприм и Кэмпбелл, да, вот рядом смотрите цветок ее для сравнения. На одном уровне он практически. Ну, едва, может, на сантиметр выступает вперед. Вот такие цветы. Очень рослое растение по сравнению с ними. Оно даже, я вам скажу, что помощнее, чем Брашфилд Йеллоу, помощнее будет. Такая, и чем Нучо Джем тоже помощнее, хотя по возрасту младше. Ну, Крамер Сюприм и Кэмпбелл, и между ними Бьянка больше не собирается цвести. Я ее уже обследовала, бутончика вроде бы я там не нашла. Вот. Ну и, конечно же, как же без красоты моей неземной, виновница торжества называется. И уже она один цветок, пожалуйста, сбросила, пока ее передвигала. Ну, я вставку сделаю, потому что я ее сняла. Это Долонега. Значит... Еще раз повторюсь, вот видите, и цветок она долго не держала. Так, чтобы вы понимали, она раскрылась, значит, я в Киев уезжала во вторник. Вторник, среда. Во вторник еще цветов не было. Среда, четверг, пятница. Вот смотрите, за 3 дня она цветок раскрыла, и она уже его потеряла. Потому что высокая температура сейчас в теплице практически стабильна. То есть, как бы растения, наверное, им уже приросты давать надо, понимаете? А они вроде бы как еще и не успели процвести некоторые. То есть, погоду эту вообще они совсем не понимают. Сыпят цветами, вы просто не представляете. Вот ужас. Вот сейчас только я ее сняла, это 3 дня, 3 суток цветку. Вот как оно все. Это у меня тут, знаете, как эти свадебные церемонии, торжества, когда всех посыпают лепестками. У меня тут это с утра до ночи. Сейчас буду опять. Это я специально не подметала для того, чтобы вам это показать. Ну, ничего страшного, что сделаешь. В принципе, главное, растения выглядят здоровыми. Конечно, да, они требуют пересадки. Завтра я таки все-таки кого-то выберу, который уже отцвел. И еще приросты не начал сильные давать. Кого-то все-таки я, наверное, пересажу.
перевалю, вернее, аккуратно, потому что мне надо будет взять эти горшки для того, чтобы маленькие перевалить. Ну, в общем, посмотрите. В общем, вот такие вот приколы. Завтра посмотрите видео на мои новые сорта, расскажу вам о них немножко. Еще, ладно, белиссимо покажу. Ух, цветы такие. И такое, слушайте, прямо дерево. Даже не куст, это прямо дерево какое-то. Мощняк такой классный. Очень классная камелия. Камелия цветет. Выглядит отлично. Цимбидиумы, кстати. Вот еще один новый цимбидиум зацвел. Так что вот так вот. И радостно, и печально. Очень рада я, конечно, цветению, несмотря на то, что это не вовремя. Но меня огорчает то, что так как она вот сейчас свой цветок потеряла из-за этого потепления, она может вот так вот и потерять бутоны. Но будем смотреть. Будем смотреть, будем наблюдать. Буду вам показывать. Всего хорошего. До встречи в следующем видео. До свидания.